О, здорово всем! Че, понравилась заставочка, да, стритера? Короче, это канал стритера, именно стритера Жашкова, из Жашкова, нашего Жашкова. Короче, это наш канал, мы его будем продвигать, развивать. Что от вас требуется? Я это же видео закидаю в группу стритер и Жашки. Короче, надо 50 человек, надо 50 подписчиков хотя бы, чтобы нормально все получилось. Сейчас у нас только их 4. Значит так, если вас нету на ютубе, регистрируйтесь и подписывайтесь на этот канал в ютубе. Надо 50 человек, 1500 просмотров. Я еще видео подолаживаю, короче, ну и все такое. Это как бы сельский стиль такой, вот видите. Я сейчас в селе нахожусь. Так что вы не шутите с селом. Короче, если будет 50 человек, будет партнерка, и нам будет как бы стимул что-то делать, что-то снимать. Да вообще будет как бы, ну, морально лучше снимать. А так что на халяву снимать, тем более вот набирать подписчиков это. Я могу, конечно, пропиарить все на своем канале, ну, короче, так. Итак, в двух словах расскажу, что на этом канале будет. Будут гонки, будут видео, если захотим, будут и обзоры, будут всякие тюнинги, там, видосы про тюнинг. Я думаю, все нормально будет. Плюс видосы сходки, видосы с гонок, если у нас они будут. В общем, я думаю, стоит подписаться, стоит из-за этого канала зарегистрироваться на ютубе. В группе уже более 300 человек. Я думаю, с этих 350 человек, думаю, даже 46 человек с этой группы, я думаю, найдется. Так что вот я жду ваших подписок. До конца месяца должно быть хотя бы 50 человек. Рассказывайте друзьям, заходите в группу, постите, кидайте на страничку, покупайте наши наклейки из стритер ЮА Жашков. Ну и также как бы следите за нашим автоклубом. Я думаю, все у нас получится. Все, давайте, счастливо. До новых встреч. Кидайте, репостите, пишите комментарии, подписывайтесь. Короче, ну вы поняли, что там надо делать. Все, счастливо. Cherry berry roots, pip berry, bam, bam, pick.